Привет всем! Микрофон Акомиш, и это первый выпуск новостей о технологии в 2021 году. Я поздравляю вас всех с прошедшим Новым годом, Рождеством и грядущим Старым Новым годом. Желаю счастья, здоровья, успехов и, что самое главное, адекватных цен в магазинах на комплектующие. А то все эти дефициты, новый криптовалютный бум привели к тому, что толком-то ничего и не купить. Ну и, конечно же, ребят, берегите себя и своих близких. Ладно, не будем о грустном. В сегодняшнем выпуске мы поговорим в основном про AMD. Тут вам и обратная совместимость 5000 Ryzen'ов с 300 материнскими платами, и Radeon RX 6700 и 6700 XT, которые, к сожалению, задерживаются, и много деталей про гибридные процессоры семейства Cezanne, плюс еще всякие последние новости. Выпуск обещает быть объемным, для удобства он разбит на главы, но в описании имеются тайм-коды. А также, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. В первую очередь я решил поделиться, на мой взгляд, важнейшей новостью для многих, а именно обратная совместимость 5000-х Ryzen'ов с A320, B350 и X370 материнскими платами. Как ни крути, а все же вот эти вот первые чипсеты под AMD-шные процессоры Ryzen популярные, особенно максимально бюджетные A320, ну и плюс-минус B350. Те же X370 встречаются реже, но все равно владельцев таких материнских плат немало. А главное здесь то, что каких-то прямо таких ограничений на установку 5000-х Ryzen'ов нет. Сокет точно такой же, а поддержка выходит чисто софтовая. Нужен лишь новый микрокод, UEFI, и все будет четко. Так вот, официально такой поддержки никто не гарантирует. Представители красной компании комментируют все максимально кратко, а стримеры ломают топовые X370 платы как раз из-за отсутствия поддержки новинок. В то же время компания ASRock уже выпустила бета-версии UEFI с поддержкой 5000-х Ryzen'ов на 300-х материнских платах. Вышло оно через неофициальные каналы. Вначале мы увидели на немецком форуме 5 Ryzen 5600X, установленный в X370 Taichi с версией BIOS P661. Многие, конечно, удивились, но исходным файлом никто не поделился. Однако, чуть позже, еще в 20-х числах декабря, на облаке HKEPC выложили различные версии биоса и под X370, и под B350, и под A320 платы с гарантированной поддержкой 5000-х Ryzen'ов. Да, лишь вот этой вот стартовой линейки, то есть 5-й 5600, 7-й 5800 и 9-й 5900 и 5950. Само собой, все с иксами. И вот если вдруг вы владелец именно асроковской материнской платы на 300-м чипсете, то загляните в описание под видео, я там оставил ссылку на это облако, где имеются биосы под 16 различных материнских плат. Их полный список сейчас на ваших экранах, и насколько я понимаю, со временем, когда вся вот эта вот ситуация подутихнет, асрок даст возможность скачать такой биос с официального сайта. И вполне возможно, со временем к нему
не подключаться и другие производители материнских плат. Плюс начало работы над модбиосами для энтузиастов уже положено. Так что, как ни крути, а поддержка 5000 райзенов на 300-х платах — это лишь вопрос времени. А конкретно к Asrock у меня никогда не было вопросов. Это вполне себе неплохая компания. За свои деньги они выдают достойные платы. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и есть ли среди вас владельцы таких вот плат. А я перехожу к следующей новости. Красные через свой официальный твиттер-аккаунт AMD Ryzen поделились информацией о новой версии AGESA 1.1.9.0, основная фишка которой — это более стабильная работа при разогнанном FCLK до 1800, а то и 2000 МГц. Это нужно специально для того, чтобы разгонять оперативку до 3-8, а то и 4. И что характерно, у меня даже без новой AGESA оператива без проблем поехала в 3800 с FCLK 1900. Со стабильностью я проблем не замечал, но как только появится новый BIOS, конечно же, обновлюсь. Из остальных нововведений отмечается поддержка состояния питания Windows 10 S0 i3 более известного как Modern Standby, плюс была улучшена общая стабильность системы и реализована улучшенная поддержка материнских плат X570 с пассивным охлаждением чипсета. Пока есть лишь две такие платы: Aorus Extreme и ROG Crosshair 8 Dark Hero. Наверняка и это более чем полезно, но как по мне, главная фишка — это все-таки повышение стабильности на FCLK с высокими частотами. На всякий случай напомню, FCLK — это шина Infinity Fabric, и обычно ее частота упирается в 1800 МГц. Да, с выходом новых процессоров ситуация чуть улучшилась. В некоторых случаях у людей получилось добиться даже 200 МГц у FCLK, но это скорее исключение, нежели правило. Кстати, что характерно, энтузиасты с немецкого портала golem.de сравнили 4 8-ядерных процессора AMD Ryzen в играх и приложениях, начиная от 1800X и заканчивая на 5800X. Всегда это были именно топовые решения. И вот что мы получили на выходе. 8-ядерная эволюция в играх получилась 80% за 4 поколения. Это очень достойный результат, и тут очень важно учитывать то, что частота оперативной памяти использовалась именно стоковая из коробки. 2666 у 1800X, 2933 у 2700X, 3200 у 3800X и те же 3200 у 5800X. При этом, да, самый большой скачок ощущается именно от 3000-х к 5000-м процессорам. 80% прирост в играх — это более чем неплохо, но даже если мы посмотрим на результаты в приложениях, они вас все равно удивят. 72% прироста. Это просто отличный результат. И, понятное дело, если здесь поставить аналогичные интеловские процессоры, начиная с 17 года и вот по 20, вряд ли мы увидим прирост более чем в 10-15%. Да, и сравнить аналогичные по количеству ядер процессоры просто адекватно не получится. Потребуется что-то типа 7700K, потом 8350K, потом 9350K, а в случае с комитрейками 10350K нет, есть лишь 10320. И тоже получится тупо, мы сравниваем i7 с i3, но даже если мы возьмем лишь i7, типа 7700K, 8700K, 9700K и 10700K, прироста 80% вы не увидите. Так что да, AMD проделали невероятную работу за последние 4 года. И на горизонте нас ждут лишь более приятные перспективы. А то, что Intel в кои-то веки зашевелились, это тоже заслуга красных. Кстати, тут вам вкратце я бы хотел показать, как MSI продемонстрировали работу AMD Carf Optimizer на примере B450 материнской платы Tomahawk Max. Это что-то типа аккуратного андервольтинга в автоматическом режиме, о чем я рассказывал еще в середине декабря, и вот теперь имеются прямые доказательства того, насколько это полезная фича. На ровном месте, включая лишь одну галочку, используя 9-й Ryzen 5900X, мы получаем неслабый прирост
частоте, причем как и на все ядра, так и на одно, густ доходил до 4950. При этом, что интересно, температуры упали примерно на градус.